Джесси. Ребята, начали давать вкусняшки иногда Джесси. Бананчики, морковку. Вот. Буся, значит, ест. Ну, извиняюсь за это, потому что освещение, ну что утро тут. Это значит все. Уже подавали то какие-то вкусняшки. Мяско пару раз давали мы отварное. Все. Не хочет есть, представляете? Раньше ела, Буся не успевала съесть, она все съедала. Да, Джесс? Что, есть будешь? Нет? Давай, давай. А то Буся все съест. Давай. Буся сейчас съест все, давай ешь. Ну так вот вкусняшки давать. Все уже ждет все время вкусняшку какую-то. Да, Джесси? Ты вкусняшку ешь, да? Ждешь вкусняшку, да? Сейчас Буся съест, смотри, смотри, ощущай еду. Это Буся идет пить. Да, Бусян, ты поел? Молодец. Сейчас Джесси начнет, потому что Буся пришла конкуренция. И вот научилась у Буси еще брать по карминке, относить и есть после этого. Ну так мы и живем. Итак, кое-кто просится гулять. Честин, гулять идем? Гулять? Ну ты же еще не знаешь, что тебя ждет. А тебя ждет вот одежка. Сейчас увидите, как Джесси изменится. Она не любит одежки. Ты что, в свитерке? Не двигайся? Иди сюда. Иди ко мне. Иди. Ты что, обижена? Обижена совсем, да? Джесска. Сейчас идем гулять, идем. Какая она прикольная. Не, уже получше. Когда там... Это она, кстати, первый раз в одежке гуляет. Мы ей пробовали одевать дома просто. То она в шоке, конечно, была. Сейчас вышла вот на улицу, так хвостик поднялся. Все нормально. Пойдем, пойдем. У нас вот, сейчас вам покажу, поменяли освещение. Возле домов везде новые столбы, светодиодные лампы. В общем, классный. Вечером классный свет здесь у нас. Джесси! Джесс! Джесси! Нельзя. А, еще такой у нас есть тоже. Вот она что-то находит в траве. Сразу типа пописать села. Да? Джесс, ты типа пописать села? Чтобы на тебя не кричали? Джесс! Джесс! Пошли! Пойдем! Ты пухнасть! Вот ближе вам покажу. Вот такие столбики, вон все там их поубирали старые. Вот такое освещение, оно плохо видно, понятно. Я что-то думал, это у нас там вот, кстати, будут строить. Сейчас пойдем туда покажу. Такую площадку прикольную. Вот, я думал, туда свет ведут. Хотя посмотрел, потом везде эти меняют, во всех дворах столбы. Сейчас, смотри, только по столб не лезь. Столбы тебе не пройдешь здесь, видишь? Поубираю уже, наверное. Не пройдешь тут, да? Столбики мешаете. Все, идем туда, сейчас покажу вам. Одел ее, потому что уже сегодня у нас 21 ноября. Сегодня, кстати, снежок маленький пролетал у нас. Одел ее, потому что холодно уже. Хотя ей, наверное, тепло. А может и нет. Ну, в общем, одел. Думал, что будет хуже. Нет, она все нормально. Гуляет. Пошли. Пойдем. Пойдем, покажем там. Пойдем. Здесь мы летом гуляли, помните? Что здесь никто не гуляет, нет собачек. А мы идем туда, вон там вон. Площадочка. Сейчас покажу вам. Сейчас пошли. Гуляет, все нормально. Я думал, будет хуже.
там вон. Потом пойдем, вам покажу, там есть, как сказать, не паспорт объекта, в общем, нарисовано, что там будет. Вот. Начали уже фундамент какой-то делать. Дескин тут у нас сидит. Дескин, пойдем. 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 Здесь у нас стадиончик старенький такой. Сходим, посмотрим на фундамент. Пойдем. Сюда пошли. Сейчас. Пойдем, пойдем сюда. Сейчас вроде бы не очень грязно, можно сюда прийти. Пошли. Вот, смотрите, что тут у нас происходит. Смотри, только в яму не упади мне. Ты сегодня не в шлейке, а в этом. Пойдем. А в ошейнике. Повиснешь там. Что-то тут типа заливали. А, да, уже залили. Вон там этот высох уже. А это новый подлили какой-то, да. Что-то тут уже будет. Пошли посмотрим, что там нарисовано. Здесь раньше голубей, кстати, кормили. Вон они там дальше теперь все кормятся. О, смотрите, что у нас здесь будет. Стадион. Стадион, кстати, вот там будет, где клумба. Я там с женщиной разговаривал, там, где машина стоит. Чтобы вы понимали, как оно будет. Вот такая штучка. Немножко оборвалась уже, как всегда. Ну, кстати, давно висит. Вот такая ерунда. Вот вид сверху. Круг такой. Джесси! А ну брось! Так. Уже что-то съела. Пока я тут вам показываю. Ну, такая ерунда. Строится. Так, куда ты вот зашла, скажи мне? Уже что-то съела, уже запуталась. Да, Джесс? 5 секунд нельзя ничего мне, на тебя не посмотреть. Давай, вылазь, давай, выходи. Ага. Что, когда тут что-то построят, покажу вам обязательно. Да, Джехин? Кличка у меня подпольная у Джесси, Джехин. Джесс! Пошли гулять, давай. Пошли, пойдем. А вот видите, здесь тоже новый столбик. Тоже все лампочки новые повесили. Да, Джесска? Смотри, какая рябина. Красная. Холодно сегодня вообще. Вроде ветра такого нет. Но я вон в перчатке одел, потому что холодно, кошмар. Пойдем. Пойдем гулять. Как она бежит. Видите, немножко, конечно, мешает ей. Штука, ну ничего. Пойдем, пойдем, пойдем. Не, ну разгоняется нормально. А, кстати, вот в одежке очень удобно. Джесси ж у нас, она же по всем кущам, кустикам, травкам везде лазит. Сейчас уже, ну, троса бывает утром. В общем, у нас вся грязная. Когда в одежке, всю одежку сняли, постирали, а она чистенькая. Тоже удобно, не так пачкается собака. Собака, ты пачкаешься? Так, а эта собака, поверьте мне, пачкается еще как. Пошли, пойдем. Пойдем, пойдем. В общем, вот так мы погуляли. Все, уже, наверное, последние денечки. Скоро зима уже конкретная будет. Пойдем. Листва здесь красивая. Что ты испугалась? Ты кушка. Все, домой пойдем уже, холодно. Все, говори всем пока. Иди сюда. Джесс. Иди сюда. Давай скажем всем до свидания. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Девчонки, мальчишки, подписывайтесь на канал. Пока. Всем пока.